вами Инна Стан и в эфире программа News Time. Прямо сейчас о самых интересных событиях шоу-бизнеса. News Time. При информационной поддержке Bridge TV Classic состоится выступление Марио Бионди. Итальянский соул-певец представит новые композиции 25 апреля в Санкт-Петербургском Аврора Концерт Холл, а 26 апреля в Москве в Известия Холл. News Time. Леди Гага встречается с Соколиным Глазом. По данным издания People, певица состоит в отношениях с Джереми Реннером, сыгравшим одну из главных ролей в фильме «Мстители». Сама пара еще не сделала официального заявления. News Time. Друзья, мы продолжаем. И прямо сейчас сюжет дня. News Time. В рамках недели моды в Москве один из показов собрал несколько сотен людей. И нет, речь идет не про Юдашкина и Зайцева. Всеобщее внимание приковала к себе коллекция одежды певицы Нюши. Для Нюши это уже не первая коллекция, но первая в столь масштабном понимании. И чтобы не ударить в грязь лицом, пришлось мыслить нестандартно. Хотела немножко выйти за какие-то грани, рамки, вот. Но, тем не менее, опять-таки, мы пришли к единому решению. Но не одна Нюша является гуру современной моды. Мне кажется, вообще шик сейчас должен быть спортивный шик, поэтому вот шелковая юбка в сочетании с худи, с каблуками, это вот прям, мне кажется, must-have. А вот must-have-ом для Нюши является далеко не одежда, а поддержка ее мужа Игоря Сивова, близких людей и коллег по сцене. И большая честь, что нас сегодня пригласили, и мы прям с огромным удовольствием будем смотреть. Может быть, даже в дальнейшем с ней посотрудничаем. Нюша подарит какие-то моменты из коллекции или придется в общих условиях идти покупать это все? Я думаю, что мне подарит. Будешь просить или как-то надеешься, что она сама все-таки соизволит? Я намекнула. Я пришел на показ к своим друзьям. Я с Нюшей дружу. Если бы она не была вашей подругой, вы бы по-другому как-то более критически оценивали? Нет. Это именно то, что сегодня нужно молодежи. Стильно, модно, молодежно. Именно эта триада слов наиболее точно может описать все то, что творилось на подиуме. И это не дилетантское мнение, а вердикт модной элиты. News Time. Друзья, на этом все. Вы смотрели программу News Time. С вами была Инна Стан. Пока-пока. News Time.